день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители! Вас приветствует ансамбль «Песни и пляски» Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. Наш творческий коллектив очень рад встрече с вами. Тем более, что для этого есть замечательный повод. Мы поздравляем всех сидящих в этом зале с 90-летним юбилеем городского поселения «Октябрьское». Сегодня представить вам, дорогие друзья, новую программу. Мы приветствуем вас в этом замечательном зале. И от всей щедрой камчатской души спешим порадовать вас песнями, танцами, положительными эмоциями и, конечно же, отличным настроением. Итак, встречайте на сцене ансамбль «Пограничник Камчатки». Моя, я снова
расположен на узкой песчаной косе между Охотским морем и рекой Большая, образующей перед впадением в море лагуну. Здесь не растут деревья, дуют постоянные ветра, и 96 дней в году поселок покрыт туманом. Но история этого поселения между морем и рекой – это история нелегкого труда в тяжелых условиях. Это история стойких, суровых людей с горячим сердцем, любящих свою землю, свой поселок и свою родину. Поселка. Мы представляем пограничную службу ФСБ России.
И по сложившейся традиции всегда исполняем родные нашему сердцу пограничные песни о нашей службе, суровых буднях, наших ребятах и, конечно, традициях. А как вы знаете, на границе плохих традиций не бывает. Подземных источников. Но главное ее достояние – люди, закаленные суровым камчатским климатом, обладающие неповторимой внутренней красотой и удивительной щедростью души. А главное – любовью к своей малой родине. Места родные, все
всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так далеко, но этот адрес счастливый я не забываю. Там, где поет душа, там, где легко дышать, и дарят свет места родные. Сердце я не предам, знаю, я все отдам, что бы жила моя Россия, что бы жила моя Россия. Стелятся карликами кустарники и розовеет мороженое. Местный дым уже сияет на много километров, отражая бездонное небо. И в туман, метель, шторм, видимость снижается до нескольких метров. Есть тут какое-то мистическое волшебство. Его можно уловить взглядом, потрогать руками, уловить усилием, сказать за зимой. И на престолах этой забытой богом земли живут люди с горячим сердцем, окутывающие теплом своего гостеприимства.
нашей России омывают воды Восточно-Сибирского, Берингова, Чукотского, Охотского морей и Тихого океана. Воды, омывающие полуостров Камчатка, вмещают треть мировых запасов рыбы и морепродуктов. Люди, живущие на берегу Охотского моря, как никто знают, насколько важно сохранить природные богатства, чтобы их хватило не только для нас и наших детей, но и для последующих поколений. Именно поэтому корабли, катера нашего пограничного управления с честью несут службу в суровых климатических условиях, демонстрируя преданность делу, отвагу, высокий профессионализм и любовь к родине. Земляки исполняют свой долг, несут службу, участвуя в специальной военной операции на Украине. Наш народ хорошо знает цену мирной жизни. Цените мир, спокойствие, возможность любить, растить детей и просто жить. С благодарностью относитесь к тем, кто самоотверженно выполнил свой долг по защите Отечества. Мы нация, которую невозможно сломить.
Мы за мир без нацизма. Мы за нашу армию, за нашего президента, за нашу родину. Мы за победу. Среди оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных лет. Но одежды подали нам матери срок, мы же книги хватали пьянее от строк. Липли полосы нам на вспотевшие губы, и сосала под ложечкой сладко добрость. И кружим наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы без нашей воли завоинственный клич, принимавший бой. Тайну слова приказ на значение границ, смысл атаки и лязг боевых. Западные элиты считают Россию врагом не потому, что она завтра нападет, а просто потому, что наша страна слишком сильный соперник. Запад на протяжении столетий вел информационную войну против нашего государства. И сегодня нас хотят задушить санкциями, запретами, русофобией, очернить фейками. Но русские люди всегда были сильны духом.
возрождая страну из пепла, как птицу Феникс. Подняв триколор, мы с честью ведем дорогой справедливости и никому не позволим переписать нашу славную историю, сломить и поставить на колени. Вперед, Россия! Правда за нами! Свыше миллиона выступлений на всех фронтах дали более чем 4000 концертных бригад в годы Великой Отечественной войны. Свыше 40 тысяч артистов выступили во всех воинских частях и подразделениях армии и флота. Это две развернутые дивизии, состоявшие из людей искусства, поднимавших боевой дух наших бойцов. От оперы до частушек концертный репертуар был невероятно широк. Вот и сегодня, продолжая славные традиции, число артистов, желающих поддержать российских бойцов в зоне СВО, зашкаливает.
Они поют, рассказывают истории, читают стихи. Концерты, поднимающие уровень патриотизма, проходят регулярно. Еще раз подтверждая, что народ, искусство и армия по-прежнему едины. Не оставляют равнодушными ни одного слушателя. И сегодня вас поздравляет солист оркестра Андрей Игуменов и завораживающий дух.
оркестра. Мультиинструменталист Андрей Цигуминов. Сегодня не можешь кормить. Кто его так взъерошил? Стучит волна о гранит, аж мурашки по коже. А ветер свистит в ушах и гонит волны на сушу. Летит, не ведая страх, и будоражит душу. Все достижения вековой истории русского народа. Нас кровь русских князей, отстаивающих свои исконно русские вотчины земли. Дух реформ Петра I. Нас пушкинская любовь к родному языку, мелодичность Лермонтова, Тютчева и Федора. У нас научная пытливость Ломоносова, Менделеева, Пирогова. Нас мелодичность Чайковского, Римского-Корсакова. У нас стойкость советского народа в период Великой Отечественной войны. В нас бесстрашие первых покорителей космоса. В нас слава России и желание сделать свою страну лучше, краше, сильнее. Смотрит на меня.
Тем, кто разделяет нелегкий труд своих мужей, хранит тепло домашнего очага и уют. Для вас поет Мария Кравченко. Встречайте! Thank you.
Дорогие друзья, вас приветствуют и поздравляют музыканты нашего ансамбля. Соло на баяне Андрей Игуменов, аккордеон Кирилл Ложкин. Встречайте! Thank you.
Очаровательная Александра Ерудинова, бас-гитара. Ярослав Клыга, ударный Виталий Ерудинов, гитара Игорь Иванович. Ну что ж, а мы продолжаем поднимать вам настроение. Для вас поет Наталья Волкова. Встречайте. Yeah.
оркестр Валерия Смолова-Горыш. Наша концертная программа подошла к концу. Мы дарили вам хорошее настроение и заряд замечательных эмоций, а вы нам свои горячие аплодисменты. Мы желаем вам крепкого здоровья, бодрости, радости и долгих лет жизни. Спасибо! Друзья, во все времена оберегать границы отчизны, стоять на страже покоя нашего народа было делом насколько опасным, настолько же и почетным. Богатая история нашей страны знает немалое количество примеров, когда пограничники принимали на себя самые тяжелые удары неприятеля. Мы осознанно выбрали этот нелегкий путь и идем по нему гордо и легко. И будем идти вперед, и только вперед, ведь мы знаем, что с нами вы и с нами Россия! Я думаю, что такой концерт давным-давно мы уже не видели. Поэтому от вашего имени и от имени главы Октябрьского городского поселения разрешите поблагодарить всех сотрудников ансамбля песни и пляски пограничной Камчатки,
за такое прекрасное выступление и за то, что они нам столько подарили положительных эмоций. Благодарностью ансамбль песни и пляски пограничной Камчатки пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. А в этом пакете ансамбль имеет свой музей. Вот мы им передаем в музей нашу книгу, наш вымпел и наши магнитики «Октябрь». Безусловно, концерт не состоялся бы, если бы не дали для них разрешение большие их начальники. Поэтому благодарность глава нашего поселения выражает Алексею Викторовичу Трубецкому за содействие в проведении концерта ансамбля песни и пляски пограничной Камчатки в рамках празднования 90-летия поселка Микояновский Октябрьский. Один человек сыграл роль в том, что концерт у нас состоялся. Это полковник Горбачев Александр Анатольевич. Еще раз большое вам спасибо. Больших вам творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия. И надеемся на дальнейшее сотрудничество. Друзья, еще раз от всего сердца вам огромное спасибо за теплый, радушный прием. С юбилеем вас! Мы, как всегда, не прощаемся с вами. Мы говорим вам до свидания. До новых встреч. Всегда ваш